Несмотря на то, что в целом для всех знаков зодиака грядущий день, 25 августа, будет складываться хорошо, многие ощутят чувство неудовлетворенности. Какие-то мелочи будут портить день. Овны, у вас впереди отличный день для того, чтобы начать что-то совершенно новое. Будьте аккуратны при общении с незнакомцами, их намерения могут оказаться далеко не дружелюбными. Ну а вечером необходимо побывать в кругу семьи. Тельцы, накопленный вами опыт 25 августа сыграет на пользу в важном для вас деле. Будьте внимательнее на дорогах и на пешеходных переходах. Прекрасный вечер, чтобы провести его в кругу близких для вас людей. Близнецы, у вас наступает лучший день на неделе, чтобы посвятить его своему здоровью. Отличная возможность сделать выгодную покупку. Вечер посвятите любимому человеку. Раки, вселенская любовь предоставит вам возможность найти свою половинку или утвердиться в ранее обретенных чувствах. Проблем со здоровьем быть не должно. Успех во всех начинаниях звезды вам гарантируют. Будьте честны с окружающими. Львы, в последнюю среду августа жизненная энергия наполнит вас силами для новых свершений и отличная возможность проявить себя на работе. Вечер проведите за романтическим ужином со своей второй половинкой. Девы, вам придется целый день принимать важные решения, от исхода которых может зависеть здоровье окружающих. Держите свои эмоции под контролем, в противном случае высок риск провала. Весы, пора завершить старые дела на работе. Перемены в личной жизни будут только к лучшему. Звезды говорят, что скоро вас ожидают финансовый успех и стабильность. Вечер встретьте в кругу старых друзей. Скорпионы, научитесь справляться со своими эмоциями. В противном случае судьба сыграет с вами злую шутку. Новые знакомства окажутся крайне полезными для становления вас как личности. Стрельцы, временно откажитесь от любых нововведений в вашей жизни. Это может принести боль и разочарование близким. Аккуратнее за рулем, особенно на пешеходных переходах. Огромный риск получить травму. Козероги, вам 25 августа нужно держать свои действия под контролем. В противном случае вы потерпите неудачи в делах. Романтические встречи будут вам обеспечены. Ну а вечер придется провести в кругу семьи. Водолеи, новым днем у вас появится возможность заключить крупные сделки или контракты. Возьмите себя в руки, обратитесь к врачу, чтобы решить свои старые проблемы со здоровьем. Установите новые связи. Рыбы, для вас звезды приготовили успех в торговле и в бизнесе, при условии, что вы вовремя оплатите все налоги. В противном случае высокий риск остаться ни с чем. Будьте аккуратнее на улице, высокий риск травмы. Всем знакам зодиака звезды настоятельно рекомендуют все дела, намеченные на 25 августа, тщательно планировать. Звезды знают, что говорят.